тебе не играть с моими игрушками. Отдай куклу и уходи. Все куклы красивые и хорошие, как девочки, а солдатики ужасные. С днем рождения, доченька. Это тебе. Эту куклу я шила сама. Ой, какая красивая. Спасибо, мама. Это еще не все. На кухне тебя ждет тортик. Ого! Открой дверь, пожалуйста. Доченька, слышишь? Не стучи. Открой дверь, Маша. Лёша сломал мою новую куклу. Не переживай, я тебе её починю. Мама, смотри, что Маша сделала в моей комнате. Не хнычь, с тобой потом поговорю. А откуда у тебя эта книжка? Я у Лёши взяла. Какие мы хитренькие. Ну ладно, вылазь, я тебе почитаю. В свой день рождения маленький мальчик получил коллекцию из 25 солдатиков, которых он поставил на стол. Но один из них был с одной ногой. Хромой! Хромой! Напротив солдатика стояла прекрасная балерина, сделанная из ткани. Она тоже была на одной ноге. Ой, конечно, она была красивая. Рядом с ними на большом столе стоял злой клоун, который запрещал солдатику смотреть на балерину. Но ему было все равно. Он солдатик, он же глупый! На следующий день злой клоун выбросил солдатика из окна на улицу. Так ему и надо. Солдатика нашли два маленьких мальчика, которые положили его в бумажный кораблик и пустили вниз по реке. Сильным ветром кораблик унесло далеко, но кораблик перевернулся, и солдатика забрала крыса. А последний лист, наверное, Лёша вырвал. А ты что, не знаешь эту сказку? А давай ты сама придумаешь конец этой сказки. Я знаю, балерина всегда оставалась красивой, а солдатик умер. Тебе же пора спать. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
смеялись над моей куклой. Кто смеялся? Мне нужна моя кукла. Если все балерины тебя пугали, то кто должен помогать? Они все как мои подруги. Почему они балерины, если балерины должны быть нежными? Может, ты знаешь, где последний листок?